8 километров. Хорошая дорога закончилась. У тебя же телефон упал. Это вдохновище, Десногорска. Большое. Как море. Первый день отпуска. 1 августа сегодня. Приехал на такой водоем. Ветер, конечно, сумасшедший. Забросился. Прикормочку сделал, пшено и плотва и лещ дунаевская. Ну что, если будет клевать, покажу. Каждый вечер я буду закармливаться потихонечку. Для истории надо снять же. Так, иди мой супчик покажу. Бадам. Вот он домашний пыль. Собака? Да. Я теперь поняла, почему женщина не уплывает. Потому что там поколение. Уехали. Это наша любимая душа. Так вода теплая регулярно, ну, часто, то есть постоянно должна быть. Альма, поздоровайся. Девочки тут? Девочки! А где девочки? Огуречек кушать. Девочкам я дала 30 минут интернетчик. А для истории? Кусочек? Супочек? Такой, видите, что сейчас макароны? Да, видите, конечно. Я тебе курёвочки нравлюсь. Я пришла, у тебя нема. Нассала клюнула вообще. Нассала? Хорошо, что не один кусочек, а два взяли, да? А что, можно будет в магазин съездить за салом? Ну там чуть-чуть надо вот. Что надо? Там чуть-чуть? Надо немного. Лапуля, ты кому копаешь? Папе? Под ножки? От воды прямо тепло идет. Что, Питер не иду, тут открываем пенопласт. Насаживаем на сало. Трава какая-то уже появилась. Ну, на пласт маленький. Крючок большой. Ну, пускай будет маленький. На пласт посмотрим.
А мы забрали оставшуюся несваренную крупу. Сырую? Да. Понял. Сорвалась. Я сказала, мы тебе его украдут. Ветер сумасшедший весь день. Поймал три подлещика. Надеюсь, вечером не будет ветра. Позаписываю видео нормально. Вот так супер. Рыба клюе. Поле раз, то из хорошего клюета хорошо, но кончились черви. Поставил на парика, но пока рыба меня переигрывает. 15 поймал сегодня, завтра утром покажу. Это, конечно, класс. Ветер, кстати, не меньше не стал на грамм. Угу. И подлещик такой нормальный. Покажи мне ближе, что-то не вижу. Это на что? Еще один? На корж. Звенит. Тот же? Это он, это. Побольше, побольше. Кирпичуги. Ну клюнул классно. Я думал, там банки будет. Какой-то парик сработал. Не зря. Я прям много посадил на штуку. 10, наверное, но осталось. Да. А тебя завтра не на что ловить будет? Ну, скорее всего, да. Надо хороший фонарик купить на аккумуляторах, да? Не знаю, если честно. Надо купить. Набиваем прикормочку. Насаживаем упориков.
такого не делали. Ну, хорошо. Так что, всем жене. Тю-тю. Супер по штуку. Вот сила. Буквально. Короче. Попадите, чтобы не поживут. Видел этот, да? Mm-hmm. Ты можешь стереомочек. Классно было бы большую какую-нибудь поймать. Как вот мы ловили на этом обезьяне, да? А что, это мельче, что мы сейчас поймали? Конечно. Ну, я обезьяне, я говорю, кило 400, по-моему. Я здесь никогда. У меня худка есть. Ушел? Куда? Куда его? Хороший, маленький. Глаза горят на камеру. Это другой. Это карась, да? Охуенный второй карась. Не матерись. А я смотрю, другой какой-то. Нифига себе. Карась. Это я. Блин, карась какой. Охренеть. Кто завтра поедет в магазин за червями? Золотой! Не поедешь? Поеду, наверное. Я таких карасей никогда не видела. Я таких ловил, но только в детстве. Да не жми ты мне стирать. Видишь, у карася глаза горят. Не было печали. Ну что, тут не снимается? Что подать? Что? Надо эту мою сучку, которая там, там она и это. Которая режет? Нет, без ковер. Ну давай обратно его в сеточку. А ты поищи штучку свою, давай. Давай я посмотрю. Не, надо ее... Ну, ножи. Первый час ночи. Думал. Была сильная поклёвка, но не удалось подсечь правильно. Света, конечно, мало. Я фонарик, цель, батарейки, все два набора. Еще пока посижу. Холодно, конечно, жесть. Ветер нереальный. Тут она... Сейчас подключу уже. А ты включил? Нет.